Приветствую всех любителей кино. Сегодня на моем канале еще одно новое видео. И это видео посвящено Blu-ray изданию фильма «Отрочество». Ну, именно так на русский язык переводится название этого фильма. Ну, вот здесь мы видим, да, как раз англоязычное название. Вот. Довольно-таки много актеров известных. Ну, в принципе, вот, да, здесь мы как раз видим основные. Ну, Итан Хоук, прежде всего, да, я бы отметил. Ну, Аркет, да, куда же без нее здесь. Вот, фильм достаточно забавный, но все же это такая драма, которая, ну, я бы назвал фильмом не для всех. Далеко, наверное, не всем понравится этот фильм. Ну, вот пока покажу, да, задник этого издания. В данный момент мы видим польское издание. Вот. Дистрибьютор компания Universal. Ну, довольно-таки много языков есть на этом диске. И это говорит нам о том, что не только в Польше можно купить подобный фильм. Да, можно купить, также сразу такая подсказка идет, что можно купить в Чехии, значит, вот в Польше, в Венгрии, ну, в Турции, если там выпускали, Португалия, Тайвань, ну, может быть, еще забыл что-то. Вот так выглядит это издание. Значит, ну, самое главное, что надо сказать, да, то есть на фильме есть русская локализация, но, к сожалению, она представлена только субтитрами. То есть на этом фильме нет перевода, то есть только можем смотреть на английском с русскими субтитрами. Но, в общем-то, если другого варианта нет, ну, это тоже приветствуется, слава богу, что хоть так это есть. Я все равно очень рад, что хоть так фильмы тоже интересные выпускают. Фильм, ну, все-таки, как я уже, ну, начал говорить, на мой взгляд, немного на любителя. Это такая драма про мальчика, да, про его становление где-то со школьных лет и до, там, до колледжа. И фильм немножко необычен тем, да, если кто не знает, то есть этот фильм снимался почти 12 лет, и как раз вот этот именно период этих 12 лет и описан в фильме. То есть каждый год, грубо говоря, понемногу снимались какие-то сцены, да, вот такой вот семейной жизни, становления вот этого мальчика. И в течение вот этих 12 лет вот постепенно эти сцены потом были собраны в фильм. И вот с 2002 по 2013 год это все снималось, и в 2014 году вышел этот фильм. И вот это произведение, да, вот такое необычное, собранное за 12 лет, вот получилось, и получился этот фильм. Вот этим, наверное, он и прежде всего концептуально известен. Вот, ну, как я еще раз повторюсь, фильм не для всех, такая довольно-таки драма на любителя. Вот, ну, тот, кто любит такого типа фильмы, да, вот, ну, там нет никакого экшена, да, ничего такого особо нету. Вот, именно такой жизненный фильм. Вот, тот, кто любит такие фильмы, ну, тому это может понравиться. Вот, нет, ну, значит, кому не нравится, ну, значит, да, сразу понимаю, ну, даю понять, что это такого типа фильм. Ну, может быть, да, вам будет он неинтересен. Вот, ну, а кому интересен, вот, значит, в перечисленных ранее мною странах, вот, можно купить диск, где есть русские субтитры, и, соответственно, такой фильм можно получить себе в коллекцию. Ну вот, в общем-то, и все. Такой краткий обзор такого вот необычного издания. Вот. Ну, пожалуй, это все. Всем пока!